Фотограф и писательница Екатерина Рождественская дала откровенное интервью. Недавно у Рождественской вышла новая книга Шуры Муры на Калининском. В интервью писательница признала, что это произведение абсолютно для всех. В отличие от ее предыдущего творения «Жили-были, ели-пили», которое она создала для своей мамы, литературного критика и жены поэта Роберта Рождественского Аллы Киреевой. Когда Катя Рождественская переехала с семьей на Калининский проспект, ей было 13 лет. По вечерам в квартире всегда были гости, вся творческая среда. Чаще всего появлялись Йосиф Кобзон и Муслим Магомаев. Писательница признается, что, будучи ребенком, ненавидела всех родительских гостей, потому что они отнимали у нее время и внимание матери и отца. В отличие от многих звезд, родители Екатерины Рождественской были выездными, и иногда они уезжали в командировки на месяц-полтора в Австралию или Южную Америку. Когда возвращались, Екатерина была сама не своя от счастья. Когда они приезжали, цепляла за них как клещ. А тут приходили всякие Кобзоны, Магомаевы, Гуляевы, Кристалинские и Пьехи. «Ненавидя, я уходила на кухню готовить еду», – рассказывала Екатерина Рождественская. Из-за огромного наплыва гостей семья Рождественского всегда готовила в промышленных масштабах, но Екатерина все это не любила. Ей было куда важнее общение с матерью и отцом, которого так и не доставало.